Дом на улице Дивноморская, 5, в прошлом году отметил 60-летие. Здание, на первый взгляд, неплохо сохранилось. На самом деле, собственники квартир буквально не дышат на изношенные временем инженерные сети. Водопроводы старой стали, не выдерживает напора, не справляется и тепловой узел, а электропроводка вообще на грани замыкания. К счастью жильцов, все эти проблемы скоро уйдут в историю, поскольку в ближайшее время начнется капитальный ремонт дома. Проблемы, как в каждом жилом доме. Ремонта не было больше 40 лет. Был такой небольшой текущий ремонт. И когда мы узнали, что в городе разворачивается программа по капитальному ремонту, и нам предложили в ней участвовать, мы согласились с большим желанием. Наш дом пятиквартирный, все жители оплачивают взносы по капремонту. За 60 лет в доме не было масштабного ремонта, только в конце 70-х, по словам долгожителей, проводили текущие работы. Все собственники регулярно платят взносы за капремонт. Это и стало главным аргументом для включения Дивноморской 5 в краткосрочный план города. Его программа сформирована на текущий год. Для 27 домов определены подрядные организации, и скоро они приступят к выполнению запланированных работ. Провели конкурсы, определили уже подрядные организации, которые сейчас производят обследование этих домов, составляют ведомости и сметы, согласовывают их с собственниками помещений. Да. Значит, естественно, после утверждения всех этих документов начнется выполнение строительно-монтажных работ. Рассчитывать на включение в список могут те дома, где собственники регулярно платят взносы. Собираемость должна составлять не менее 35%. Потом нужно провести собрание и решить, что именно будут ремонтировать. Фронт работ должен соответствовать той сумме, которую собрали. Примерно столько же выделят из регионального фонда капитального ремонта. Срок заимствования определяется 26 лет. То есть, естественно, из общего котла будут выделяться денежные средства. Плюс к тому, что собрали уже жители, да, сдали жители, для проведения капитального ремонта, и можно будет выполнить дорогостоящий вид работы. Это как замена лифтов, что сейчас очень так напряженно. Список на 2017 год уже формируется. Будет ли включен тот или иной дом в план, зависит только от желания собственников. Срок подачи документов – до 1 декабря 2016 года. Алгоритм действий несложный, как уже показала практика, достаточно эффективный. После многолетнего перерыва в практике капитальных ремонтов масштабная работа в Сочи стартовала. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.